Какие виды есть у вас? Нет, не продаете? Бывает, продаем. Понятно. В общем, мы сегодня вашу аптеку закрываем. С чего это ради? Ну вот так вот мы решили. Жители города Екатеринбурга. Решили. Мы, это жители города Екатеринбурга, мы вашу аптеку сегодня закрываем. Сейчас мы здесь вот заблокируем вам двери, и ни один покупатель больше вчера к вам не войдет. Вчера здесь было вечером, до прошлого. К вам ходят наркоманы. Куча наркоманов на видеокамеру. И у них доставали более 2 пачек кодеин содержащих препаратов и тропикамин безрецептурного отпуска. Ну, вот так просто не можете закрыть без администрации? А нам разницы нет. Мы администрация, мы жители города. Мы вас предупредили, ваше дело с этим соглашаться или не соглашаться. Дальний фон сделай, не видно же, что это дверь. Вот мы заклеили аптеку. Мы сейчас находимся на Джикидзе 19. У нас здесь разбит пикет, и мы просто никого сюда пускать не будем. Пусть вот сейчас руководство приезжает, еще как-то нам объясняет, почему здесь толпы наркоманов абсолютно спокойно, в нарушение всех законов, покупают тропикамид без рецепта, покупают кодеиносодержащие препараты просто ведрами, коробками, покупают бронхолитин, бронхотон, эфедриносодержащие препараты. Вот просто-напросто. Эта аптека принадлежит депутату городской думы. Это просто ни стыда, ни совести. Здрасте. Я хозяйка. Вы торгуете смертью, да? Мы смертью не торгуем. Вы торгуете. Продаются лекарственные препараты. Наши аптеки ничего не продаются. Сюда не продаются. Вам показать видеосъемку? Вчерашним вечером. Вчерашним вечером. Не кричите. Никто не кричит. Вы на меня не кричите. Освободите, пожалуйста. Да, мы не нарушаем общественный порядок. Это частная собственность. Освободите, пожалуйста. Где? Это частная собственность. Это почему? Это не частная собственность. Частная, мы здесь стоим, у нас встреча интернет-пользователей портала Е1. Вот мы стоим, пожалуйста, общаемся. Мы у нас ничего есть право. Не делаем. А вы покажите, покажите, пожалуйста, документы на право здесь стоять вообще. А у нас свободная страна. Конституция Российской Федерации предупреждена, что любой гражданин может находиться в любое время, если оно не предусмотрено. Нет, если бы вы просто вообще стояли, вы нам мешаете стоять. Работать, понимаете? Чем? Вам чем мы мешаем работать? Люди чем не заходят в аптеку, вы не пускаете никого. Аптека работает, девушка, заходите, аптека работает. Они не хотят покупать в этой аптеке, потому что здесь торгуют таблетками. Здесь не торгуют таблетками. Торгуют таблетками, тропикамидом торгуют, кодеиносодержащими препаратами торгуют. Торгуют тропикамидом, кодеиносодержащими препаратами и кодеиносодержащими препаратами. Тропикамид, у нас все зафиксировано. Торгуют. И таблетками здесь. И бронхолитином торгуют. Вы травите молодых людей. Понимаете? Пойдите аптеку, освободите. Я вас не толкаю. Ну, уйдите, все, пожалуйста. Успокойтесь. Это частное, не надо меня снимать. Сейчас еще за это частная собственность. Не буду я ничего. Не, камеру не повредите, камера дорогая. Уйдите, пожалуйста, знаете, отсюда. Меня не уйдите. Уйдите, уйдите отсюда. Не уйдем мы никуда отсюда. Вы хозяйка жизни, что ли, или что? Я не хозяйка вы жизни. Вы хозяйка вот этого, вот хозяйка, этого заведения. Отойдите, мне очень плохо, сердце болит. Нет, я, понимаете, мне сядет очень плохо. Уйдите, у меня пожалуйста, болит нога. Я пройти хочу. У меня есть инвалидность. Я хочу пройти. Вызывайте скорую. Вызывайте скорую. Мне очень плохо. Психбольницу вызовите. Вы уже всех оскорбили, обозвали и камеру сломали. Врач, вы врач? Я вас не оскорбляю. Оскорбляли, есть на видеокамере. Так вы хватали, выталкивали. Вы сами себя оскорбляли. Да. Что? Вы больше, мы после этого больше ничем не торгуем. Да ладно, хорош, что вы говорите? Да ладно, да ладно. Здесь специализированные наркоточки, это наркоаптеки, которые продают именно наркоманам. Потому что мы решили, к нам постоянно обращаются. Потому что несколько наркопритонов мы задерживали, больше 20 наркопритонов. И все указывают именно на ваши аптеки. Взрываются, наркопритоны взрываются, люди умирают. А вам вообще без разницы, вы ничего не слышите. Я еще раз говорю, мы здесь будем жить. Живите. Мы больше, вот раз вы считаете, что здесь продавали, я проведу с ним беседу. Не, вот, ну, мое, что, мы знаем. Мое мнение, что здесь не продают, понимаете? Вот я почему-то им верю. И больше никто хорошо. Вы раз вы считаете, что продают, я вам скажу, что не будут больше продавать.